Здравствуйте. Вы смотрите и слушаете программу «Тема дня» в студии Елена Ефимова. Сегодня у нас гости студии Александр Сергеевич Раздорский, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Добрый день. Здравствуйте. Павел Александрович Колесник, заместитель руководителя управления Роспотребнадзор по Тверской области. Добрый день. Добрый день. Тема нашей встречи и тема нашей программы продиктована сегодняшней ситуацией. Это вирусные инфекции и вот такой самый обсуждаемый вирус – это коронавирус. Но, наверное, начнем мы с вопроса немножко другого. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы по телефону 300-190. Звоните, мы ждем ваших звонков. У нас складывается такая ситуация, почему мы говорим о вирусах. Да? В этом году очень высокие температуры, ну, то есть теплая зима, вот так будем говорить, да, и очень много статей появляются в средствах массовой информации, много говорят о том, что такие температуры опасны именно для здоровья человека. Чем? Что могут появиться какие-то вот вирусные и инфекционные заболевания. Так ли это? Как у нас складывается ситуация сейчас по Тверской области? Вот такой первый такой вопрос может быть? Да, конечно, мы... Постоянный мониторинг инфекционной заболеваемости ведется в ежедневном режиме, и с наступлением эпидсезона острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа, этот мониторинг осуществляется в постоянном режиме. И если говорить о заболеваемости в настоящий момент, то последняя неделя вот это января, которая сейчас уже завершается практически, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на уровне прошлых недель, и в настоящий момент не превысил эпидпорога. Угу. То есть то значение, которое рассчитано, мы его ниже на 24%. Если говорить за весь эпидсезон, который начался с сентября месяца, на территории Тверской области гриппом и ОРВИ, общие, да, респираторные, да, мы будем называть сегодня их острые респираторные вирусные инфекции. Заболело около 124 тысяч граждан нашего региона. Причем из вот это, да, достаточно значительная цифра, да, 124 тысячи, только 30 случаев зарегистрировано гриппа, лабораторно подтвержденные. То есть сам процент, доля гриппа среди всех острых респираторных вирусных инфекций, которые достаточно большое количество, он незначительный, меньше 0,01%. 30 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Если говорить про расшифровку лабораторную, то в структуре нозологической острых респираторных вирусных инфекций по-прежнему превалируют вирусы негриппозной природы, их достаточно много. Обывателям, да, обычным жителям, возможно, они неизвестны, они известны как просто как ОРЗ, ОРВИ. На самом деле их достаточно большое количество, в том числе и ранее известный коронавирус, о котором вы сегодня говорили. Если говорить о гриппе, то их 30 случаев, и в структуре превалирует вирус гриппа Б. Почему важно расшифровка именно на виды вируса гриппа, потому что именно под них подстраивается вакцина, которая осуществляется в предэпидсезон. Это знакомые вообще нам, да? Вот как я понимаю, вот это знакомые. Вирус нам гриппа, который вот сейчас больше превалирует на территории Тверской области, правда, в незначительном количестве, он был включен в структуру вакцины против гриппа, и поэтому те граждане нашего региона, которые успели вовремя сделать прививку, защитить себя, своих детей, близких, своих коллективах рабочих, они защищены от этого штамма гриппа, который циркулирует в большей степени вот на территории нашей области. Если говорить о итогах вакцинации, да, она началась у нас с сентября месяца, и вот примерно вот в это же время с Александром Сергеевичем мы здесь присутствовали и убеждали наших граждан, что нужно все же, да, участвовать в вакцинации. Возможно, в том числе с помощью, да, вот, средств массовой информации нам удалось убедить граждан сделать прививки, и 45% населения, более 500 тысяч граждан Тверской области были привиты против гриппа. Прежде всего уделили внимание именно группам риска, это маленькие дети, это пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями, те группы лиц, которые наиболее чувствительны к респираторным инфекционным заболеваниям. И риск осложнений после перенесенного гриппа как раз у них больше всего.
Скажите, пожалуйста, а вот если можно мне сказать, спросить о том, что если сравнивать с предыдущими годами, то есть все же мы сейчас говорим в рамках того, что ну, температуры для зимы, да, были, правда, пока мы готовились к этой программе, как-то вроде и зима уже немножко наступила, и снег выпал, а так была такая осень, весна, да, такое вот, ну, непонятное время года, так скажем. Пока сложно оценить, да, динамику, у нас вообще, сезон не закончился, но если сравнивать с прошлыми годами, то у нас выше заболеваемости нет, это однозначно, и в этом плане, когда для гриппа, наоборот, характерно больше увеличение числа случаев, когда более холодная погода, когда больше люди в коллективах тесно связаны. В настоящий момент, если сравнивать с прошлым годом, то к этому времени в январе месяце уже было больше заболеваемость гриппа, чем в этом году. Поэтому сейчас у нас грипп и острые респираторные вирусные инфекции даже несколько ниже, чем прошлые года, если брать аналогичный период. То есть, в принципе, мы можем даже опровергнуть вот то, что в статьях, да, пишут о том, что такие температуры, наоборот, способствуют увеличению вирусных заболеваний. Или все же у нас теперь вакцинация проходит очень успешно. Ну вот как можно отметить, да, относятся более положительно к вакцинации уже населения? Да. Вот что касается погодных явлений, то здесь брать на себя ответственность за утверждение, что температурные нормы или их несоответствие каким-то образом влияют на эпидемические процессы, уровень заболеваемости, вот я бы не хотел. И все-таки эффективность тех мероприятий, которые были проведены, она как раз-таки иллюстрируется тем уровнем заболеваемости, который есть. Да, вот как сказал Павел Александрович, 560 тысяч граждан Тверской области было привито против гриппа. Мы провели серьезную информационную кампанию. И на сегодняшний день граждане оповещены о тех симптомах, с которыми нужно обращаться за медицинской помощью, о том, что за медицинской помощью нужно обращаться при появлении первых признаков болезни, и ни в коем случае не допускать того, чтобы болезнь переходила в более тяжелые формы. Таким образом, мы, с одной стороны, призываем наше население своевременно обращаться за медицинской помощью, не отсиживаясь дома. С другой стороны, мы проводим профилактику возникновения каких-то тяжелых форм. Но, как сказал Павел Александрович, мероприятия были эффективны, и заболеваемость гриппом на сегодняшний день не превышает среднемноголетних показателей. Если говорить об острых респираторных вирусных инфекциях в целом, то, соответственно, также среднемноголетние показатели не превышены. И да, мы находимся сейчас в середине эпидемического сезона. И то, что мы видим по цифрам заболеваемости, это вполне себе нормальное явление. Да. Ну, а погода, она скорее влияет на поведение людей. Да, то есть настроение. На настроение людей, да. Но при этом, если мы говорим о вакцинации, не стоит забывать сейчас о мерах неспецифической профилактики, которые крайне важны. Поэтому, посещая общественные места, нужно все-таки позаботиться о собственной безопасности, о безопасности своих близких, не пренебрегать средствами и способами личной гигиены. Использовать средства индивидуальной защиты, элементарные. Лицевая маска медицинская, которая стоит копейки, она может, в принципе, защитить не от гриппа, от гриппа нас вакцина защищает, а от тех вирусов негриппозной этиологии, это аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы. Их много, да, достаточно, да, их много. Да. Плюс возбудители инфекционных болезней бактериальной природы, потому что почему-то, говоря о вирусах, все забывают о бактериях, а их роль тоже достаточно велика. Поэтому средства неспецифической профилактики индивидуально для каждого, это хороший способ защитить себя от болезни. Также мы проводим работу по организации мероприятий в учреждениях образования, здравоохранения, контролируем температурный режим, режим дезинфекции, для того, чтобы минимизировать риск распространения и передачи инфекции в закрытых коллективах, в организованных коллективах. Да. Буквально
гораздо продолжение этой мысли. Вот в структуре заболеваемости, которая у нас сейчас есть, очень много, около 60, больше 60% это дети. Поэтому разобщение детей путем закрытия и приостановления деятельности не должно пугать. Это нормальный процесс разобщения инфекции и предотвращения. Поэтому родителям не бояться, если сад или класс в школе какое-то время приостанавливают. Мы сейчас немножко прервемся на рекламу, но мы вернемся обязательно в студию и продолжим этот разговор. А впереди мы еще поговорим и о коронавирусе. А мы уже вернулись в студию. В эфире программы «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. И телефон 300-190. Мы ждем ваших звонков. А я напомню, кто у нас сегодня в студии, наши гости. Это Александр Сергеевич Раздорский, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. И Павел Александрович Колесник, заместитель руководителя управления Роспотребнадзор по Тверской области. Говорим мы о вирусах, об инфекциях и сейчас, и о вакцинации мы уже поговорили, да, до рекламы буквально это было. А сейчас мы перейдем к самому такому слову, наверное, которое сейчас, но я не знаю, кто его не произносит, это коронавирус. Вот у меня такой вопрос, скажите, он действительно настолько новый, или вот как мы с вами уже говорили, да, вот буквально в перерыв, пока была реклама, мутирующий ли это вирус, то есть не знаком ли он нам настолько, или это все не так, мы просто испугались слова незнакомого? На самом деле вирусы группы коронавирусов, они известны достаточно давно. И если посмотреть историю эпидемических проявлений, то в 2002 году, ни для кого не секрет, была вспышка так называемого тяжелого острого респираторного синдрома, вызываемого на тот момент тоже коронавирусом. Его называли SARS или TORS, по-разному. И ситуация на тот момент складывалась таким образом, что да, родиной его также была Юго-Восточная Азия, Китай, и, соответственно, были зарегистрированы завозные случаи в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья. И ситуация эта развивалась на протяжении 2 лет, 2002-2003 год, и с того момента об этом вирусе никто больше не слышал. Были такие новые вирусы, как грипп птиц в 2005 году, в 2009 году свиной грипп, который начался вопреки всем эпидемиям, которые берут свое начало в Юго-Восточной Азии, он начался в Мексике. В 2012 году стало известно о ближневосточном респираторном синдроме, который также вызывался коронавирусом. И на сегодняшний день мы не говорим о каком-то эпидемическом распространении или серьезной угрозе. Да, спорадически единичные случаи продолжают регистрироваться, но серьезной эпидемической значимости данный возбудитель не имеет. И вот в конце 2019 года становится известно, что на территории Китайской Народной Республики начинает распространяться новый коронавирус, который приводит также к развитию респираторного синдрома у лиц, инфицированных этим самым возбудителем инфекционной болезни. Что он из себя представляет? На сегодняшний день ученые и вообще все мировое сообщество считают, что он появился вследствие рекомбинации, реассортации тех коронавирусов, которые циркулировали на территории Китая. И этот вирус, он имеет частично свойства того, который был в 2002 году и вызывал тяжелый острый респираторный синдром. И на сегодняшний момент мы говорим о том, что да, ситуация в Китае развивается, о том, что также в ряд стран ближнего зарубежья с Китаем и дальнего зарубежья, это и Соединенные Штаты Америки, и ряд стран Европы, зарегистрированы единичные завозные случаи этой инфекции, не имеющие дальнейшего распространения местного. Это очень важно, это обуславливает эпидемический потенциал вируса. Основное распространение в Китае, конечно, да, цифры на первый взгляд шокируют. По данным, на 9 часов сегодняшнего дня зарегистрировано во всем мире и, естественно, в подавляющем большинстве на территории Китая в общей сложности более 7700 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, и 170 случаев закончились летальными исходами. Летальность в целом составляет 2,2%. Если проводить аналогии, ну, например, с тем же
вирусом гриппа, то во всем мире ежегодно от гриппа умирает от 450 до 650 тысяч человек. Это очень Если говорить цифра, о кривой инфекции, то по результатам 2019 года во всем мире заболело около 500 тысяч человек корью, из них 250 тысяч в Демократической Республике Конго, и среди этих 250 тысяч более 5 тысяч умерли. То есть просто сопоставить показатели летальности. Здесь 7700 заболевших и 170 умерших. С чем это в первую очередь связано? Это связано с густонаселенностью того, той провинции китайской, провинции Хубэй, откуда началось, началось распространение этого вируса. Один город Ухань только насчитывает несколько миллионов жителей. Соответственно, высокая интенсивность контактов с одной стороны и ряд предрасполагающих факторов, которых достаточно много, о них мы не будем сегодня говорить, которые привели к такому распространению. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения, проведя заседание комитета по международным медико-санитарным правилам, не признала ситуацию вот с новым коронавирусом как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Но ситуация развивается, консультации продолжаются, проводится ежедневный мониторинг как на территории Китая, так и всех стран, которые заботятся о своей безопасности, в том числе и на территории Российской Федерации. И Роспотребнадзор, и Министерство здравоохранения Российской Федерации проводят комплекс мероприятий по недопущению завоза на территорию Российской Федерации и распространения коронавирусной инфекции. На самом деле в этом плане тот комплекс мер, который принимается и на территории Китайской Народной Республики, и в мире, и на территории Российской Федерации, да, многие мировые уже СМИ называют беспрецедентным, действительно, комплекс мер действительно очень серьезный, и с первых моментов появления информации о неблагополучной ситуации на территории Китайской Народной Республики предпринят целый комплекс мер. Прежде всего, если мы говорим о территории Российской Федерации, то точки риска — это пункты пропуска через государственную границу, поэтому санитарно-карантинный контроль был усилен с первых моментов после первого появления информации, и он продолжается. Вы, возможно, видели в средствах массовой информации людей в такой вот форме цвета моего, которые осуществляют прием каждого рейса, который прибывает. В пунктах пропуска осуществляется термометрия, она может использоваться для индивидуальной, то есть каждому, либо, если это большой поток, идет через стационарные приборы для выявления лиц с подозрением на респираторные вирусные инфекции. Ага. Потому что надо понимать, поток очень большой, и люди могут болеть различными острореспираторными вирусными инфекциями. Но для того, чтобы предотвратить попадание на территорию Российской Федерации именно лиц, которые могут быть заражены новым коронавирусом, эти лица с подозрением на инфекционные заболевания, прежде всего, это лихорадка, температура, головная боль, какие-то катаральные явления. То есть, видите, симптоматика коронавирусной инфекции ничем не отличается, от острых других. В этом коварность вот такая, этого вируса? То есть, как не... понимаете, что волнует всех, что какой первый симптом? Сразу мерить температуру? Симптомы тоже те же самые. И, казалось бы, да, к обычной там, головной боли, легкому недомоганию или кашлю наше население привыкло. И, так скажем, в период осенне-весеннего такого периода к нему относится снисходительно. Бывает. Да, на самом деле, относиться в любом случае к этому не надо. И Александр Сергеевич об этом упоминал, что тоже осложнения против гриппа уже сейчас несут больше вред здоровью, чем потенциальные риски от коронавирусной инфекции. Поэтому эти лица для того, чтобы предотвратить возможное распространение инфекционного заболевания, эти лица изолируются, отработан специальный алгоритм в этом плане взаимодействия и с органами здравоохранения, и со всеми заинтересованными службами. Лица находятся под карантинным контролем определенное время в изоляции. Если лабораторными диагностикой, методами не подтверждается коронавирусная инфекция, эти продолжают лечение уже в обычном порядке. В этом плане, опять-таки, очень быстро было разработано, в том числе российскими учеными, средства лабораторной диагностики, которые позволяют
очень быстро, буквально за 3-4 часа после отбора проб, причем отбор проб не требует каких-то манипуляций парентеральных, то есть просто берется мазок с носоглотки, и методом молекулярно-генетического анализа можно установить, действительно ли это тот самый новый коронавирус, или уже знакомый коронавирус, или же это какие-то другие, возможно, либо грипп, либо вирусы негриппозной этиологии. Вот эта вся процедура, здесь очень важно не упустить случаи возникновения инфекционного заболевания на территории и своевременно диагностировать его и принять лечение. Потому что если говорить о тех смертельных, летальных исходах, которые были в Китае, это прежде всего пожилые люди, ослабленные, которые своевременно не обращались за медицинской помощью. Очень, как бы, такой, скажем, прогнозно-положительный пока показатель не вовлечение маленьких детей в ВИПИД-процесс, в том числе на территории Китайской Народной Республики, страдают действительно чаще всего люди либо ослабленные, ну, либо в связи с его возрастом, либо в связи с заболеванием. Но сейчас к этой ситуации, конечно, мы все понимаем, да, привлечено большое внимание, новости и федеральных каналов, да, то есть все говорят про коронавирус, то есть как развивается ситуация. И сейчас даже появились онлайн-карты, когда как продвигается вирус, то есть территории, да, и все начали говорить о том, что теперь посылки с Алиэкспресс боятся. Стоит этого всего бояться? То есть может это к нам? Насколько мы готовы? Насколько Тверская область? То есть вот готовы и вообще бдит, так скажем, эту ситуацию? Да. Все, что в средствах массовой информации, в сети интернет сейчас публикуется, нужно подвергать очень серьезной критике, потому что зачастую охотники за сенсацией преподносят информацию в таком виде, что это сеет панику среди населения. В данной ситуации панике поддаваться не нужно. Даже если вдруг произойдет регистрация случая, будут предприняты все необходимые меры по своевременной госпитализации и ограничению распространения этой инфекции. Тверская область не является исключением, и у нас также проводится комплекс мероприятий. Министерством здравоохранения Тверской области совместно с управлением Роспотребнадзора по Тверской области подготовлен комплексный план мероприятий по недопущению завоза и распространения на территории нашего региона новой коронавирусной инфекции. Он включает в себя комплексы организационных мероприятий и лечебно-профилактических, и диагностических мероприятий. Все то, что направлено на своевременное обнаружение, локализацию и ликвидацию эпидемических очагов, которые могут возникнуть. Кроме того, на сегодняшний день Министерство здравоохранения разработало и он находится на утверждении алгоритм, оперативный план на случай выявления больного с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Поэтому здесь все службы приведены в готовность, мероприятия все отработаны, имеется необходимый запас медицинских изделий, это и средства индивидуальной защиты, это и средства дезинфекции. Учитывая опыт работы прошлых лет с тяжелым острым респираторным синдромом, международный опыт взаимодействия с больными, лечение больных ближневосточным респираторным синдромом, которые, как я уже сказал, вызывались также коронавирусами, имеются данные о препаратах медицинских, которые эффективны в отношении нового коронавируса и способны подавить его активность в организме инфицированного человека. Министерство здравоохранения Российской Федерации, как сегодня уже было опубликовано в средствах массовой информации, подготовили и направили в регионы, в том числе в наш регион, методические рекомендации по мероприятиям в отношении нового коронавируса, которые включают весь комплекс тех мер, которые должны проводиться по выявлению, лечению, диагностике, профилактике. То есть сейчас у нас на вооружении есть все необходимые инструменты для того, чтобы ситуацию сохранить на благополучном уровне и не допустить ее осложнения. Как стали говорить о коронавирусе, сразу появился кашель. Прошу прощения. Я хотел бы добавить на вот вашу первую часть вашего вопроса по поводу возможных путей заражения, и в том числе через посылки, да, через сети торговый интернет.
все, что мы знаем о коронавирусе, он свидетельствует о том, что данный РНК-вирус, он имеет высокую чувствительность к дезинфицирующим средствам, то есть он, по сути дела, хорошо подвергается обеззараживанию, обезвреживанию с помощью достаточно широкого спектра дезинфицирующих средств. Именно поэтому вот в этот план мероприятий заложено усиление дезрежима на объектах массового скопления людей, автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, если да, мы говорим те страны, у которых и те города, в которых существуют авиасообщения. То есть каких-то сведений достоверных о том, что передается через вещи, да, в том числе которые проделали достаточно большой путь, в том числе с подвергавшимся воздействию температурному фактору, да, у нас нет оснований считать, что можно риск заражения через именно посылки или какие-либо другие предметы. Основной путь — это прежде всего воздушно-капельный путь. Достаточно находиться на расстоянии 1-2 метров от больного человека. То есть это должен достаточно, ну, относительно близкий контакт. Возможно также присоединение контактного пути, если попадание вируса на слизистые. Ну, допустим, общался с больным человеком, и через руки у нас, касаясь слизистой, глаз, и можно, такой путь тоже имеет место быть. Но прежде всего, конечно, это воздушное капельное. Именно поэтому соблюдение правил личной гигиены, как при любой другой острой респираторной вирусной инфекции, очень важная и действенная мера неспецифической профилактики. Если мы говорим все же о том, что могут быть вирусы, да, как предотвратить все же сейчас, перед весной, свой организм подготовить к этим, может быть, даже к увеличению инфекционных заболеваний? То есть как можно усилить свой иммунитет? Ну, что касается иммунитета, то в первую очередь, конечно, те, кто был вакцинирован против гриппа, а, как сказал Павел Александрович, что те вирусы, гриппы, которые были выделены от заболевших, они полностью, практически полностью соответствуют тем штаммам, которые входят в состав вакцин, используемых в период кампании вакцинации против гриппа. Но при этом не стоит забывать о том, что есть и другие возбудители. И поэтому, да, свой организм нужно готовить. В первую очередь, конечно, нужно соблюдать режим сна, бодрствования, режим питания. При этом нужно учитывать и погодные условия. Мы начали сегодняшнюю программу с температурного режима. Конечно, нужно беречься, потому что та ситуация погодная, которая сейчас складывается, температура около нуля, высокая влажность, ветренность, это может, с одной стороны, способствовать распространению. Поэтому нужно себя защищать и одеваться соответствующим образом, не переохлаждаться. Что касается использования различных препаратов, как вы говорите, для повышения иммунитета, то здесь в каждом конкретном случае нужно консультироваться с врачом, с медицинским работником, потому что это препараты. И самолечением не заниматься. Да, здесь нельзя однозначно для всех одинаковую рекомендацию дать. Поэтому, безусловно, нужно заботиться о своем здоровье, следить за своим здоровьем и стараться предотвратить заболевания. Есть ряд способов профилактики, средств народной медицины, но злоупотреблять ими тоже не нужно, и все-таки обратить внимание на традиционные способы защиты и профилактики. Если говорить, опять же, о острых респираторных вирусных инфекциях, то здесь ни в коем случае не нужно допускать панических состояний, потому что многие просто элементарно, не то что коронавируса, гриппа боятся и начинают паниковать, бежать в аптеку, скупать лекарства. Нет, здесь не нужно заниматься самолечением, нужно обращаться за медицинской помощью. И рекомендация здесь такова, что если состояние характеризуется повышением температуры, общей слабостью, головной болью,
то по возможности лучше остаться дома и вызвать врача на дом. Если есть самые начальные признаки респираторной инфекции, это першение в горле, проявление насморка, то обращаться тогда уже в поликлинике по месту жительства и стараться минимизировать контакты с своими с ближними людьми. С коллегами. Да, с коллегами, с семейными. И соблюдая все эти рекомендации, можно защитить себя от заболевания или минимизировать риск возникновения осложнений. Ну вот у меня сегодня буквально все проявления, о чем мы говорим, прям все по теме их состояния такое. Да, не стоит действительно на ногах переносить ни одну, наверное, простуду. А потом, как я понимаю, что нам даже страшна не то, что сама простуда, а последствия, правильно? То есть летальный исход наступает именно от последствий. Да, ну вот если говорить о гриппе, то многие, как вот мы с Павлом Александровичем в прошлом эфире говорили об антипрививочниках, так называемых, которые говорили о том, что вакцинация вредна и опасна, но это и мое глубокое убеждение, и большинства медицинских специалистов и научных о том, что ни один риск вакцинации не может быть сопоставлен с риском заболевания или возникновения осложнений того же самого гриппа. Осложнения, в первую очередь, со стороны дыхательной системы, нервной системы. Опять же, возвращаясь к коронавирусу, чем он опасен? Он опасен тем, что развивается вирусная пневмония с развитием дыхательной недостаточности, развивается тяжелый острый респираторный синдром. Это характерно и для вируса гриппа тоже. И поэтому, вот, имея такую параллель, мы говорим, что нужно своевременно обращаться за медицинской помощью, не доводя до возникновения тяжелых течений болезни. И вот подобного рода осложнений, которые достаточно тяжело купируются даже в условиях медицинской организации, в условиях стационара. Поэтому каждый способен себя защитить и предотвратить возникновение осложнений. Кстати, вот можно задать такой вопрос, как раз вы упомянули это, почему такое стало отношение, вот действительно очень много стало таких людей, кто как-то вот к вакцинации и к самой вакцине относится очень негативно. С чем это связано? Почему-то считают, что если сделал вакцину, наоборот, усугубил свое состояние. То есть какое-то малейшее, ну, допустим, даже против гриппа, да, прививку делают, ой, у меня поднялась температура на следующий день, точно это от прививки. Вот бывают, возможно, такие явления просто, когда сделаешь прививку, иммунитет немножко как-то вот ослабляется. Тут, мне кажется, такая ситуация именно связана с большим объемом недостоверных сведений, да, в том числе и через интернет, через средства массовой информации, скажем так, которые не владеют тем объемом достоверных сведений, которые должны были доноситься до граждан. Тут не надо путать поствакцинальные осложнения и поствакцинальные реакции. Вот то, что вы сказали, да, субфибрильная температура, которая держится день, двое суток может держаться, легкое недомогание. Это обычная, нормальная поствакцинальная реакция, которая свидетельствует о том, что ваш организм увидел, да, вакцину, работает иммунная система. Это в ответ, да, это ответная реакция на введение да, вакцины. Это нормальная реакция, и этого пугаться не стоит. Не нужно ставить крест на вакцинации. Если у вас в прошлом году при вакцинации против гриппа у вас поднялась температура там, до 37-38 градусов. Она самостоятельно проходит без каких-то фармацевтических средств. Да, и это нормальная реакция организма. Поствакцинальные осложнения крайне-крайне редки. Каждый случай поствакцинального осложнения не только против гриппа, а против любой вакциноуправляемой инфекции, он подвергается расследованию. Расследуется весь путь вакцины от производства до хранения, реализации и постановки вакцины, да? Процесс вакцинации. И таких случаев очень и очень мало. Поэтому вот то, что вот Александр Сергеевич говорил, что необходимо сравнивать риск, вот минимальные риски от вакцинации, реальные риски, да, они крайне минимальные с учетом современного уровня развития медицины.
и риски от заболеваемости и от осложнений заболеваемости. Та же противовакцина против гриппа, она, да, многие говорят, что вот я сделал вакцину против гриппа, но при этом все равно болел. Тут такой тоже такой, момент такие есть, тоже бывают. Много. Да, и ответ очень простой. Во-первых, как мы сегодня уже выяснили, возбудителей острых респираторных инфекций очень много. И не факт, что человек после вакцинации против гриппа перенес именно грипп. И учитывая большой спектр вирусов, которые могут вызывать подобную симптоматику, скорее всего, этот человек болел каким-то другой респираторной вирусной инфекцией. Потому что если смотреть даже по статистике, за последние годы у нас случаи подтвержденного лабораторного гриппа среди вакцинированных нету. И в этом году те вот 30 случаев гриппа, которые на территории Тверской области регистрированы, ни одного привитого среди них нет. Это люди непривитые, которые не по каким-то либо причинам, либо по субъективным каким-то лишним, либо по объективным не было возможности, возможно, у него в это время привиться, хотя срок достаточно большой. С начала осени до, за две недели, считается, до подъема, эпидподъема можно прививаться. Второй момент. Если человек все-таки заболевает, как мы уже говорили, что грипп опасен именно своими осложнениями, и вакцинация против гриппа, даже если человек заразился гриппом другого штамма, который вирусом гриппа, но другой штамм, который не попал в саму вакцину, то тяжесть течения заболевания несравнима, и риск осложнений после перенесенного заболевания, он крайне низок. То есть вакцинация против гриппа не только снижает частоту встречаемости заболеваний, но и значительно снижает риск развития осложнений, которые могут представлять в том числе опасность для жизни человека. А вообще вот вакцина каждый год, то есть она не меняется, ее состав не меняется, как раз вы просто сказали о том, что, допустим, вот не попал вот этот вот штамм именно вакцины, да, то есть как-то меняется, конечно, ситуация изучается, конечно, и на основании анализа. Конечно, безусловно, и вакцина актуализируется каждый год. Почему мы и говорим о необходимости ежегодной вакцинации против гриппа перед началом эпидемического сезона. Эпидемия гриппа во всем мире, она, можно сказать, двухфазная. То есть сначала эпидемия идет в южном полушарии, потом в северном полушарии. И это разделено во времени. Соответственно, те штаммы, которые циркулируют на одной территории, они изучаются, даются рекомендации для того, чтобы актуализировать вакцину перед началом эпидсезона в другом полушарии. И, соответственно, перед началом эпидемического сезона те вакцины, которые поставлялись в Российскую Федерацию, они были составлены с учетом тех штаммов, которые циркулировали в южном полушарии. Да, и мы уже были готовы к начало вакцинации, потому что был достаточно широкий спектр вакцинных препаратов. Это были 4-компонентные вакцины, 3-компонентные вакцины. В следующем году, уже в соответствии с той заявкой, которую Министерство здравоохранения Тверской области защитило, мы планируем также привить более 550 тысяч человек, и больше половины от этого числа будет привита 4-компонентной вакциной, которая в себя включает весь спектр штаммов максимальный, который может прийти на территорию. Это разновидности гриппа А, разновидности гриппа Б. Какие они будут, мы узнаем ближе к концу следующего лета. Да. Ну а сейчас, если говорить о вакцинации в целом, то, как Павел Александрович сказал, да, конечно, вакцинация нужна обязательно здоровым людям для того, чтобы себя защитить. Но помимо здоровых людей есть еще ослабленные дети, взрослые, люди с иммунодефицитными состояниями различными, с аутоиммунными болезнями, с неврологической патологией. И если мы вакцинируем здорового человека, чтобы защитить его от инфекционной болезни, почему мы должны оставить беззащитным человека, который в большей степени подвержен инфекционной болезни? Мы их в первую очередь должны вакцинировать. И для этого существуют определенные показания. А как многие говорят, в том числе вот антипрививочные, представители антипрививочного движения, о том, что якобы являются абсолютные противопоказания. Вы знаете, абсолютных противопоказаний для вакцинации их просто-напросто не существует. Есть временные состояния, которые могут отложить вакцинацию во времени, но в каждом конкретном случае вакцинация должна быть проведена. А что касается осложнений,
температура до 38 после вакцинации, несколько дней, это нормально. Покраснение в месте инъекции, это тоже нормально. Слабость организма общая, это тоже является вариантом нормы. Так организм реагирует на введенную вакцину. На сегодняшний день большинство вакцин, они инактивированы, то есть они не содержат живого возбудителя, будь то вирус или бактерия. Они содержат лишь антигенный состав, который способствует выработке эффективного иммунитета. Кроме того, на сегодняшний день, в том числе в Тверской области, имеется достаточно большой спектр вакцинных препаратов комбинированных, которые в себе включают 4 инфекции, 5 инфекций, 6 инфекций. И когда мы говорим о вакцинации лиц из особых групп, ослабленных групп с какими-то состояниями, мы отдаем предпочтение всегда в 100% случаев комбинированным вакцинам. И многие считают, что введение вакцины от нескольких инфекций сразу может повлиять на иммунитет, еще больше ослабить иммунитет. Да, вот я почему сказала. Ничего подобного. В случае введения многокомпонентной вакцины иммунитет ни в коем случае не ослабляется, а наоборот, параллельно идет выработка антител к нескольким возбудителям, и эта ситуация куда более безопасная, чем вакцинировать по очереди монопрепаратами с интервалом в, скажем, месяц. И это куда большая нагрузка на иммунитет. Поэтому есть схема вакцинации. В каждом случае прививке должен предшествовать осмотр терапевта, если мы говорим о взрослых, или педиатра, и по результатам этого осмотра принимается решение о вакцинации, либо отложении вакцинации, выборе препарата, потому что каждая схема, она учитывает индивидуальные особенности. Поэтому все страхи относительно последствий, да, вот этих последствий вакцинации, они во многом надуманы и обусловлены в первую очередь недостоверной информацией, которая находится в сети. Да, есть временные медицинские отводы, которые пересматриваются, которые анализируются, и в каждом случае вырабатывается индивидуальный подход для того, чтобы вакцинировать, для того, чтобы защитить ребеночка от той или иной инфекционной болезни. А можно задать такой вопрос? Скажите, а вот этот коронавирус как-то повлияет на то, что тоже будет разработана, вот, допустим, вакцина, и в ней все же будет какая-то новая форма, то есть уже с учетом, после анализа ситуации, которая сейчас развивается? Этот процесс уже запущен, и мировое научное сообщество, медицинское сообщество уже сейчас довольно быстро прошла процедуру расшифровки генома данного вируса, и сейчас и во многих странах мира уже ведутся работы по разработки вакцины. То есть этот процесс, понимаете, он не может быть так быстро сделан там, за неделю, как, допустим, выработка методов лабораторной диагностики. И то это было сделано очень быстро. Эти процессы запущены, они уже идут, и вся необходимая процедура, в том числе экспериментов над животными, да, процедура допуска вакцины на рынок и его как бы вакцинация уже человека должна пройти определенную процедуру подтверждения безопасности, этот механизм уже запущен. Поэтому лишь вопрос времени. Да, в тесном контакте, в этом плане вот эта вот неблагополучная ситуация с новым коронавирусом показала именно уровень взаимодействия между странами, и в том числе, когда, казалось бы, так закрытая Китайская Народная Республика показала себя именно во взаимодействии, в открытости данных, что позволило всему сообществу научному, медицинскому принять меры какие-то вот именно с точки зрения и профилактики распространения данных заболеваний. Поэтому мы убедительно рекомендуем нашим гражданам, зрителям вашего телеканала именно обращаться за информацией достоверной. Вся сводка в ежедневном режиме о заболеваемости не только территории, да, ОРВИ и гриппа, но и той же коронавирусной инфекции во всем мире на сайте Роспотребнадзора, как федерального, так и управления Роспотребнадзора в открытом виде. В том числе там есть и в доступном виде, в виде инфографики меры профилактики. То есть для каждой себе можно найти тот уровень, да, погружения в эту проблему, которая его интересует. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 300-190, и вы можете задавать свои вопросы, а может, просто поделитесь даже своим рецептом, как вы, допустим, усиливаете свой иммунитет при помощи народных средств. Кстати, как вы относитесь к народным средствам?
Нам звонят даже, вот мне уже говорят о том, что нам звонят. Давайте послушаем вопрос. Слушаем. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Это город Нелидово. О, замечательно, что на городе. А если вот у нас с врачами проблема, терапевтов мало, тогда что нам делать, куда нам обращаться? Проблемы с врачами. В плане того, что вы болеете, и вы имеете в виду, что к врачу не попасть? Когда... Да, не попасть на прием к врачу, тогда что делать? Но в данной ситуации, если есть кадровая проблема в медицинской организации, нужно в первую очередь, конечно, обращаться к руководству организации, потому что обращения все рассматриваются и на уровне медицинской организации района, и на уровне Министерства здравоохранения ни одно обращение не остается без внимания. В случае, если острая нехватка кадров и терапевтического профиля, в том числе в поликлинике, то есть, я так понимаю, есть проблемы и на приеме, и на участках, то здесь все-таки нужно каким-то образом усиливать этот кадровый потенциал на месте. Ну да, сейчас, увы, складывается такая ситуация, но, тем не менее, если вот слушательница, зрительница, позвонившая, обратиться к руководству поликлиники, или это стационар, да, или это в целом центральная районная больница, то я уверен, что ее вопрос не останется без внимания, и ситуация будет решена в положительном ключе. Ну, а если уже, я так понимаю, наверняка там проблема в том, что заболеваемость-то сейчас все равно существует, и вирусными инфекциями, наверное, вот что с этим делать? Самолечением не заниматься, а лучше тогда как в Тверь обратиться, в Тверские больницы, как вот, что сделать? Мы лучше эту ситуацию обязательно разберем после эфира, свяжемся с руководством и центральной районной больницы, да, и с уполномоченными сотрудниками Министерства здравоохранения, разберемся, в чем там проблема, почему такая ситуация сложилась, конечно. Спасибо, что задали вопрос и что с нами очень активно были, но я все же хочу сказать, что не стоит так сильно бояться ни вирусов, ни вакцинации нам в Тверской области, то есть все, ситуация под контролем, вот так, да, правильно, если обобщить, можно так сказать? Так и есть, ситуация под контролем, риски распространения новых коронавирусов, они минимизированы, наша задача спокойно и планомерно именно следить за своим здоровьем и за здоровьем наших родных и близких. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, телезрителям, радиослушателям, спасибо, что были вместе с нами. Ну и будем надеяться, что мы подготовимся к весеннему сезону.